На федеральной трассе таксист спровоцировал серьезную аварию, после чего бросил разбитый автомобиль и сбежал с места происшествия. Личность водителя устанавливается. Грузовик Isuzu двигался по федеральной трассе в направлении Владивостока. По словам водителя, изначально он ехал по крайней правой полосе. Дождавшись, пока от остановки отъедет пассажирский автобус, мужчина включил поворотник и начал перестраиваться в средний ряд. Как только автомобилист завершил маневр, в зеркале заднего вида он заметил стремительно приближающееся такси. Судя по всему, на огромной скорости таксист не справился с управлением и на полном ходу врезался в леера. Удар был такой силы, что иномарку откинуло на грузовик, после чего завертело и бросило под колеса тяжелой техники. Еду в крайнем правом ряду. Ага. Остановка, отъезжает автобус. Я перестраиваю средний ряд. Его не было видно, видно, скорость была бешеная. Я перестроился уже напрямую выше, уже в правое зеркало глядь. Бам, облиера, смотрю. Его закручивает, он меня чуть-чуть цепляет, потому я и остановился. И выбрасывает под меня прям. Я вот и ушел сюда, встал здесь. Остановив грузовик, водитель Isuzu включил аварийки и вышел из салона, чтобы удостовериться, что с таксистом все в порядке. Как оказалось, мужчина чувствовал себя великолепно. За считанные секунды он выпрыгнул из салона, перемахнул через леера, перебежал дорогу и заскочил в пассажирский автобус, который в этот момент отъезжал от остановки. Аварийки включил, выбегаю. Он с машины выпрыгивает через леера и туда. Я за ним, он в автобус сел, уехал. Сейчас устанавливается личность водителя такси. Не исключено, что автомобилист находился под действием алкоголя, раз он предпочел скрыться с места ДТП.